таксистом, сварщиком, автомехаником, мойщиком или даже доставщиком. Но всех нас объединяет одно. Мы играем в World of Tanks. Да, мы горим. Да, мы ненавидим разработчиков и отдельные карты. Нас жутко бесит дисбаланс и еще там какие-то мелочи. Но мы играем в эту игру и любим ее. Даже несмотря на все ее недостатки. И сегодня, друзья, стартует новая битва блогеров 2021. Пацаны, будем честны. Я знаю, что на моем канале не сидят какие-то киберкотлетные спортсмены. Тут не сидят токсичные статисты, которые уверены, что они самые крутые, а все остальные говно. У меня на канале нет биомассы, которую я готова продать в комментах жопу за 500 голды. Меня смотрят обычные работяги, которые когда-то очень много играли в танки, сейчас танки практически не играют. Потому что, сами знаете почему, они лучше будут смотреть, как я горю и страдаю. Но, тем не менее, пацаны, я прошу вас помочь и поддержать меня в этой битве. Скачать в игру, зайти в нее, ввести промокод и сыграть пару боев. Я не буду вам за это ничего обещать, никакие супер розыгрыши и горы подарков. Потому что это ваше дело, поддерживать меня или нет. Потому что я считаю, что желание помочь или поддержать должно быть по зову сердца, как говорится, а не по зову колокольчика. Поэтому сами решайте. Я лично буду очень благодарен, если вы меня поддержите, и мы вместе устроим клевую зарубу. Неважно, на каком месте мы окажемся, второе, третье, пятое, десятое, главное, что мы поучаствуем в крутой движухе, и это будет весело. Ну и, конечно, приятным бонусом будет то, что наша команда, команда Джова и Шотника, потому что теперь эти команды, так сказать, парные, вот, получат новые камуфляжи. Камуфляж Джова, озвучку Джова, разные эмблемы Джова и многое-многое другое. Ну, в общем, все те плюшки, которые можно будет похвастаться брендами и, так сказать, пощеголять. Спасибо, пацаны, что смотрите. Прожимайте лайки, подписывайтесь на канал. Мойте машины, сваривайте трубы, доносите еду и играйте в танки. Но насчет последнего я не уверен.